Дирекция благоустройства высадит на городских клумбах 400 тысяч цветов. Сейчас работы ведутся на Первомайском проспекте. Специалисты высаживают колеус и очиток. На этих клумбах в субботу, значит, мы посадили 18,5 тысяч бегоний. Сегодня мы сажаем колеус. Это порядка еще где-то 5-6 тысяч цветов будет высажено. Плюс еще дальше начнем досаживать кохи. Все цветы выращены в собственном питомнике дирекции благоустройства города. На высадке растений работа специалистов не закончится. За цветами ухаживают, их поливают, удобряют и пропалывают, но не только. Также колеус требует сезонной подрезки. Ему формируют крону, обрезают через несколько недель, где-то через 2-3 недели. Начнем обрезать ему, отрезать макушки для того, чтобы придать более пышную форму. Мероприятие по цветочному оформлению городских территорий в Рязани продолжится до окончания посадочного периода. Цветы кохии, герани и петунии ампельной украсят клумбы на площади Свободы, у цирка, железнодорожного вокзала «Рязань-2», в парке Польско-Советского братства и на бульваре Победы. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».